Ознакомиться с работой государственного механизма региональной власти и составить свое мнение о работе ее структур, говоря откровенно, доводилось не каждому. Просветительская акция проводится впервые и охватывает 89 субъектов страны. «Прогулки со знанием» — это экскурсии, в которых принимают участие школьники и студенты, а в роли их наставников выступают главы регионов. Данная акция является частью большого просветительского федерального марафона «Знания первые», который проходит с 24 апреля по 26 апреля на 5 площадках нашей страны. И центральной площадкой является город Москва, где как раз представители Ульяновской области, самые активные ребята, находятся на московской площадке. Колонны и Карамзинский зал, и ситуационный центр, и приемная губернатора. Это основные 4 точки, которые посетили школьники. Провел экскурсию первый заместитель председателя правительства Вадим Андреев. Рассказал об исторических справках здания, ответил на интересующие ребят вопросы и даже немного напугал юных гостей, поведав им о 15-часовом рабочем дне госслужащего. Работа с молодежью, она всегда остается первостепенной. И, может быть, для кого-то это будет в том числе частью профориентационной работы. Пообщаемся, может, кто-то и пойдет, выберет и эту непростую стезю. Ученица 8 класса Таисия Белякова в начале встречи с заместителем председателя поведала ему о том, что уже определила свой дальнейший путь и намерена стать врачом. Однако, окунувшись в сферу государственного управления, школьница задумалась о смене будущей профессии. Я рассматривала в качестве своей профессии госслужащего, и эта экскурсия, может быть, даже помогла мне определиться. Возможно, я действительно пойду в управление. Проект «Прогулка со знанием» выступает значимым мероприятием для каждого региона и служит важным элементом воспитания молодежи. Поэтому предполагается, что акция станет ежегодной. Экскурсии также записываются в режиме онлайн и публикуются на странице российского общества ВКонтакте. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.